Друзья, всем привет из солнечного Кентукки. У нас прошлой ночью прорвало трубу, и вот сегодня мы рассвет встречаем в Home Depot. Это такой огромный магазин, тут есть все для вашего дома, просто все, что вы можете себе представить. Всякие гвоздички, 1 500 000 видов, 1 500 000 видов ламп, дверей, покрытий каких-то, ванн. Ну, конечно же, тут еще все можно на заказ делать. То есть, если вы что-то закажете или у вас какой-то там свой индивидуальный проект. Кроме того, они тут проводят всякие воркшопы, учат вас, как там что-то сделать. Огромное количество каких-то красок на различных основах. То есть, реально просто вот вообще магазин гигантский. Тут реально есть все, что просто вы можете себе вообразить. Даже холодильник, даже электротехника для дома. И я не знаю. Но реально все, мне кажется, я... Ну, хотя мы тоже делали ремонты в России, да, и ездили там на всякие, какой-то там Владимирский тракт или что-то такое, какой-то рынок есть у нас недалеко от Москвы, но такого количества всего в одном месте я никогда не видела, конечно, очень-очень удобно. Кстати, видите, красочки. На самом деле, если вы понимаете, да, если человек понимает, что он делает, то как бы это место просто идеально является для него. Почему они так рано открываются в 6 утра, они уже открыты? Потому что очень многие приезжают сюда, кто работает там в строительстве, строит какие-то дома и так далее. Они вот сюда приезжают и здесь набирают свое оборудование. You go. You're ready. What? We can go check out and just find you. Okay. В общем, тут есть все. Смотрите, какое количество всяких маленьких штучек. Мне так повезло, на самом деле, что у меня муж и электрик, и сантехник, и водопроводчик, что он все знает, все, что ему нужно. Что-то, видите? И каждая коробочка, даже какую-то вы малюсенькую детальчику убираете, тут есть ее картиночка, есть ее размерчики. То есть вот вам не нужно среди такого гигантского количества коробок искать, вы просто тупо смотрите на картиночку. Вот, и все. И берете все, что вам нужно. Тут они еще, можно, я помню, мы делали. Что-то мы делали. А, у нас что-то со стенкой было. В стены, я могу ошибиться, с материалом. В Америке очень много всяких гипсокартонных стен, такие, которые очень легко разбиваются. Может быть, поэтому они делают всякие перепланировки постоянно, американцы. Ну, как постоянно, то, что постоянно, но тут намного проще сделать перепланировку. И вот нам порезали кусок стены, как бы основу для этой стены. Тоже здесь можно это все порезать бесплатно. То есть они вам все сделают, они вам даже помогут, если вам тяжело в машину положить, вам помогут все в машину положить. Ну, как бы если вы, конечно, попросите, да. Вот, но, собственно, на самом деле очень удобно. Сервис просто супер. Поэтому, если вы ремонтируете ваш дом, Home Depot, он есть в каждом вообще штате. Если вы вдруг приедете в Америку, вам что-то нужно сделать для дома, то это вот Home Depot, это просто Home Depot и Lowe's, самые такие крупные магазины, но вот нам кажется, что в Lowe's очень часто чего-то, каких-то малюсеньких деталечек нету, которые могут нам понадобиться. Мы вчера купили в Lowe's деталику, а ее выбила, она какая-то не очень прочная, а тут сейчас нашли, и тут все просто супер. Вот время, ну там где-то ближе к 7 сейчас уже, сейчас мы поедем домой и будем чинить наши трубы. Двери тут можно купить. Короче, все. Это реально такой рынок под закрытым пространством. И тут можно купить все на свете. Просто невероятно. Вот. Ковры какие-то, замки. Мы вот когда ремонтировали ванну, кухню, мы все здесь покупаем. Я еще скачала, есть у них приложение, Home Depot так и называется, есть приложение Retail Me Not. И часто, когда покупаешь через них, они тебе дают всякие скидочки. Ну, пусть небольшие, да, но обычно, когда у вас ремонт, как бы эти скидки, они не помешают, можно так сказать, да, там даже 10%. Вот, так что вот так. Ну, тут что-то какие-то неинтересные виды, я беру шкафы какие-то, видите? Все, что хотите, все это можно сделать на заказ, подобрать. Так что вот такой мини-тур по Home Depot, коробочки вот эти тоже очень популярны в Америке, вставлять вот так в шкафы, ну, типа а-ля IKEA. Вот так вот, друзья, всем хорошего дня, отличного настроения, пока-пока.